первом периоде «Металлургу» удалось взять ситуацию в свои руки. К перерыву счет на табло был 4-0 в пользу видновчан. И это сильно разодорило противника. На поле ощущалось напряжение, граничащее с агрессией. Результат – стычка между игроками «Металлурга» и гостями из Краснодарского края. И красная карточка Антону Гусеву. «Металлург» сегодня выступает просто на пятерочку. Ребята молодцы. Единственное, жалко то, что вот второй номер Гусева удалили. Так бы, я думаю, игра была бы намного интенсивнее, намного интереснее. Для «Металлурга» это шестая игра в рамках чемпионата России по мотоболу. Противник в этот раз попался серьезный. Последние 5 лет команда «Агрокомплекс» уверенно держит позицию бронзовых призеров самого главного чемпионата для отечественных команд. Однако уже к середине матча видновчане серьезно оторвались от гостей. Команде у нас еще будет 50 лет, и вот она борется все время за первое место, всегда более. И дальше второго места мы не откатывались. Поэтому, естественно, настрой постоянный. Вот как нам Гаевский в 1975 году дал направление бороться только за первое место, так мы с тех пор и боремся. И в этот раз «Металлург» не подвел. Результат игры 8-0 в пользу видновчан. Есть ли вы эйфория победы или уже привычно? Нет, не то чтобы привычно, в любом случае есть радость, как бы, ну, победа есть победа. Нам проигрывать нельзя. Несмотря на коронавирусные ограничения, Роспотребнадзор допустил на стадион зрителей, что, безусловно, стало для игроков огромной поддержкой. Следующий матч состоится 22 июля, также на стадионе «Металлург». Видновскому клубу предстоит встретиться с «Колосом» из Ипатово. Юлия Погосян, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого.